Человек, даже покинувший этот мир своими делами и мечтами, остается в нем. Об этом, по словам автора, новая трилогия писателя Александра Лапина, автора знаменитых романов «Русский крест», «Крымский мост» и популярной новинки «Суперхан». Книга «Живых» завершает сагу о поколении, родившемся в 60-х. Сегодня поговорим о ней. В нашей студии Александр Лапин, писатель, главный редактор издательского дома «Свободная пресса». Здравствуйте, Александр Алексеевич. Добрый день. Книга «Живых» – это совершенно новый материал. Я посмотрела оглавление, здесь все-таки есть «Суперхан» и есть частично ранее написанный роман «Вирусы», правильно? Да. Или вот насколько много совершенно нового в этом сборнике? Ну, я думаю, что где-то половина. Просто так сложилась издательская судьба, да, что первым был написан «Суперхан», и я не хотел во время пандемии, скажем так, еще какое-то время свое тратить на то, чтобы закончить всю книгу. Поэтому решил, что достаточно издать «Суперхан», и мы его в сентябре издали, и сейчас уже продали, в общем-то. А потом уже дописывал, так сказать, и притчу «Вирусы», и повесть «Романы Дарьи». Теперь это вот полноценная, полная книга, в которую все три вещи включены, и таким образом я закончил как бы свою эпопею, или как ее там называют, роман эпохи, и расстался со своими героями. Все эти три отдельных произведения, они чем-то связаны? Они связаны героями, они связаны, ну, например, местами, где происходит действие? Да, они связаны героями, потому что это все те же четыре друга, которые, собственно говоря, и начинались, их судьба началась в романе «Русский крест» в 60-х годах прошлого века. И здесь как бы они уже пожившие люди, пожилые, и они, о их судьбе и рассказывается в этой последней книге. Если «Суперхан» мы с вами уже анонсировали и говорили об этой книге, и напоминали, что это Казахстан, это непростая, скажем так, непростой путь бывшей республики Советского Союза, то «Вирусы» – это, очевидно, материал современный. Ну, не могли не вдохновиться тем, что происходило в минувший год. Ну, «Вирусы» – это как раз, собственно говоря, и вдохновился, если это можно назвать вдохновением. Ну, а как иначе, пандемией. Конечно. История «Вирусов», она несколько более сложная и непростая. Хотя притча сама по себе короткая. Вот. У меня есть друзья, которые, в общем-то, живут в Казахстане. И 40 лет тому назад мой один хороший товарищ женился, скажем, на моей однокурснице. И вместе они, так сказать, прожили большую и долгую жизнь. Вот. И я как-то после 40-летнего отсутствия поехал в Казахстан, встретился с ними. И он мне рассказал историю, как они прожили жизнь и как он ее хоронил. Да, как он вез ее в хоспис умирать, так сказать, после какой-то страшной болезни. Она болела редкой. Вот. И эта история у меня в душе как бы отложилась. И я, собственно говоря, всю эту историю берег для каких-то, ну, может быть, будущих произведений. А тут нагрянула пандемия, и мы где-то в марте все уже сели на изоляцию. Я уехал на дачу. И вот в этот период мы тоже все в таком стрессовом положении, чувствуем себя, ну, как на войне, да, все время боишься с каким-то человеком поздороваться, с каким-то человеком там встречаться, постоянное напряжение, вы все это помните, да. Вот. И вот в этот момент я понял, что можно совместить эти две этих истории, пандемию и историю, которую мне рассказал друг, написать такую притчу. Понадобился год для того, чтобы понять, чем закончится эта притча «Вирусы». И как так получилось? Как вы решили, чем она должна завершиться? Она закончилась такой же легендой, с которой она, собственно говоря, и началась, только современной легендой. Это как бы их тоже удивило. Они читают, там осталось там две странички, говорят, мы не знаем, как ты за две странички закончишь такую историю. Я, сейчас увидите. Прислал они, во как. То есть я написал новую тельменскую легенду. И первая часть трилогии «Книга живых», «Роман и Дарья». Это что за история? «Роман и Дарья» – это история, скажем так, достаточно странно народившаяся. Я когда закончил роман «Крымский мост», собственно, меня почему-то потянуло поехать на родину Шолохова, в станицу Бешенскую. Я
сел с друзьями в машину, мы поехали в Вешенскую. Вот. И я никак не мог понять, зачем я туда приехал, в эту Вешенскую. Ну, захотел увидеть место, где жил и творил русский гений, да. И путешествуя по станице, мне казаки местные, так сказать, с которыми встречались, они подсказали, да вы вот здесь посмотрите, да. Но самый интересный музей у нас находится в станице Еланская. И как бы поезжайте туда, это всего 20 километров. Вот Вешенская. Я, собственно говоря, загорелся идеей, мы поехали в станицу Еланская. И там увидели музей. Музей называется «Казачье сопротивление большевикам». И вот, знакомясь с этим музеем, я вдруг выяснил для себя, что история по сей день раскола не закончилась, которая началась во время гражданской войны, что казаки внутри себя до сих пор делятся на белых и красных, на тех, кто, так сказать, был за советскую власть и на тех, кто, так сказать, был за белогвардейцев. Сегодня до сих пор, спустя век? Да, сегодня они до сих пор делятся. Есть казаки реестровые, есть казаки, так сказать, общественные. Общественные – это в основном за белых, а реестровые – это за красных. И вот это деление казачества, оно меня навело на такие мысли. Я обратно уже ехал, я понял, что внутри нашего народа, всего народа, и каждого человека внутри его есть этот раскол. Ну, может быть, у вас уже нет, а у нас старших есть. И я вот до сих пор внутри себя не мог определиться, да, какой же я, да. С одной стороны, вроде я и белый, а с другой стороны, я и красный. И как бы вот это внутреннее противоречие, оно присуще многим-многим людям старшего поколения. Почему мы до сих пор еще не можем до конца определиться с советским временем, да? То есть какое это было время? Чудное или это было время, когда люди одичали окончательно? И вот уже возвращаясь оттуда из Вешенска, я понял, для чего я туда ездил. Мне нужно было этот раскол внутри нашего, в душе нашего народа как-то показать. Ну, на ком показать? Конечно, на казаках. Там, кстати, вот есть посвящение, книга посвящается моему деду, кубанскому казаку Трофиму Кравченко, который был, собственно говоря, в 1933 году раскулачен и, так сказать, расстрелян. И вот так появилась повесть «Романы Дари». Я уже даже ей в какой-то степени горжусь, потому что, когда мои вот издатели почитали, они говорят, ну ты даешь, ты всю историю казачества постсоветского вот в эту повесть уложил. Да? Я говорю, ну вот видите, мастерство не пропьешь, понимаете. Вот я немножко в этом плане Шолохов начал, подрос. Вы продолжили. Да, наверное, может быть. Кстати говоря, Шолохов как раз и говорил об этом, когда я вот, собственно, там был в музее, он говорил, что дай бог, чтобы к столетию революции казаки наконец примирились. Дай бог, чтобы к столетию, он-то умер в 80-х годах. Вот 100 лет и до сих пор еще до конца не примирились. Вы сказали, что вы прощаетесь с своими героями, с теми самыми 4 друзьями. Неужели точно отпускаете? Да, все. Больше, собственно говоря, они как герои романа не могут у меня, так сказать, существовать. Я сейчас пишу другую книгу. Я пишу книгу о советских временах, о Берии, об атомной бомбе, потому что эта тема, как мне кажется, незаслуженно на сегодняшний день оболгана, с другой стороны, очень сильно мифологизирована. Да? А с третьей стороны, мы все-таки должны как-то расставить точки над «и». Это уже другой вопрос. Мы должны понять, что эти люди ушли в историю, и перестать их проклинать или там, да, восхвалять и так далее. Мы должны сегодня объективно подойти и посмотреть, что в этих людях было положительно, что они сделали хорошего, а что было отрицательно. И уже усвоив для себя вот эти уроки, которые мы получили, а мы их до сих пор не усвоили еще, вот, может быть, усвоив эти уроки, идти дальше. Вот это тема того, чем я сейчас занимаюсь. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что ваши герои будут жить, ну, если не в новых произведениях, то в старых точно. Их действительно много. Сколько, кстати, книг, в которых эти герои у вас запечатлены? Ну, я не знаю сейчас Весь сколько. Русский крест, Крымский мост. Крымский мост, Святые грешники и вот эта книга. Но осенью они все выйдут в 4-томнике, потому что многие читатели, они же вот одну книжку прочитал, он не имеет представления вообще о всех тонкостях этого дела и о том, как эти герои жили, как они двигались, как они духовно росли или падали, там, спотыкались. Поэтому
другой там еще какую-то книжку прочитал, один две, да, я хочу предоставить возможность своим читателям все четыре книги под одной, так сказать, обложкой, если кто захочет, пусть почитает полностью, целиком, от начала до конца. Я уверяю, это будет совсем другое чтение, ощущение, чем вы прочитаете там один суперхан, да, и все. Спасибо вам большое. Я напоминаю, сегодня в нашей студии писатель и главный редактор издательского дома «Свободная пресса» Александр Лапин. Всего вам доброго. Увидимся на «России-24».